вітаю з друзів в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює, і хвилюватись ми з вами будемо сьогодні про те, як своєчасно розпізнати, чи є у вашій дитині складні ситуації в житті, і як з них вийти. А допоможе нам хвилюватись з цього приводу практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексєєнка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Вы такой светлый человек и несете совершенно светлые и позитивные эмоции, которые так необходимы нам сегодня. Ну, я думаю, что и всегда. Оленька, итак, сегодня мы будем волноваться по поводу, как вовремя найти у ребенка проблему в сложной жизненной ситуации. В прошлой программе, я напомню нашим телезрителям, мы говорили о том, как вовремя распознать, есть ли у нашего ребенка агрессия, как эту агрессию немножечко погасить, потому что вы знаете, что детская агрессия может привести к непоправимым последствиям. А сегодня мы будем говорить, как найти сложную ситуацию у ребенка и помочь ему выйти из нее. Да, Оленька? Да. Как? Давайте для начала, Анита, я вам дам инструкцию. Давайте. Мы будем использовать определенную методику, она называется «Человек под дождем». Для этого нам нужно два листочка формата А4 беленьких, вот так, они у нас есть. Вот они у нас есть, два листочка. Так. Телезрители, вы тоже не сидите просто так, пожалуйста, возьмите листочки, можете любые листочки, так, взяли. И рисуем. На первом рисунке мы на листочке мы нарисуем рисунок человека, а на втором человека под дождем. Так мы рисуем сейчас. Это у него будет шляпочка. Глазки тоже рисуем, да? Если ваше понятие входит глазки, то мы рисуем. Это у него будут ручки. Вот такие вот ручки. Вот, ничего так, ну, такой человечек себе, это пояс у него будет, вот, человечек. Отлично, а теперь человек под дождем. На другом рисунке? Да, на другом рисунке. Телезрители, я не знаю, как вы, но, ну, давайте, я не буду тратить такого же человечка, да? Это на ваше усмотрение. Ну, раз он под дождем, значит... Тогда он будет... А, подождите, у него должен быть зонтик, опачки. Смотрите, телезрители, вот такой вот зонтик. Вот он, зонтик. И вот идет дождь. Кошмар, кошмар. Все, страшный дождь. Хорошо. Вот, и теперь давайте покажем телезрителям, что у нас получилось. И по ходу вашего рисунка давайте, мы будем разбирать, давайте, на какие... Смотрите, вот это человечек. Это человечек. Видите, какой шикарный человечек? А вот это уже человечек под дождем. Потрясающий зонтик у него, конечно. Ну, уже какой есть, не судите строго. Запомнили? Так, да, Оленька, вот так вот. Что самое интересное, когда мы разговариваем о том, как узнать, как влияют наши неблагоприятные ситуации в жизни, да, еще взрослым с человеком как-то можно поговорить. Но подростки очень часто, маленькие дети, подростки замыкаются в себе и не хотят идти на контакт. Для этого... Особенно подростки, Оля. Да, особенно подростки. Для этого мы используем, чтобы как-то ближе приблизиться к своему ребенку, мы используем вот такие рисуночные методики, чтобы узнать, что думает о себе ребенок, наш ребенок. Это можно устроить, просто попросить нарисовать или устроить какое-то соревнование с ребенком, да, игру такую вот. Давай, ты нарисуешь, я нарисую. Поэтому, и получается, что наши рисунки, они проецируют на лист бумаги то, что у нас находится внутри. То есть, извините, что я вас перебиваю, насколько я поняла, вот давайте смоделируем ситуацию. Друзья мои, смотрите, ваш ребенок чем-то обеспокоен, он сидит, не хочет разговаривать. Можно просто подойти к нему, ну, не обязательно гладить по голове, но сказать: сынок или там доченька, нарисуй-ка человечка, а теперь нарисуй его под дождем. Правильно? Да. Итак, ваш ребенок уже нарисовал. Дальше, Оля. В процессе, когда ребенок вот рисует, нужно наблюдать за этим, да? Угу. Что он рисует, что он комментирует. То есть не просто рисуй, а я пойду покажу, да, что-то, да? Как он комментирует, или что-то у него не получается, стирает, не стирает, какие линии, да? Штриховка, давит ли сильно на карандаш, потому что может он быть в какой-то депрессии или в тяжелом каком-то эмоциональном состоянии. Поэтому ребенок
ребенок может даже рвать, вот нажим карандаша может даже рвать листочек. Тогда нужно обращать на это внимание. Потом нужно еще поговорить. А что это? А как это? Да? А что это изображено, например, если что-то непонятно на рисунке? Что у нас получается? И когда рисунок закончен, нужно как бы погрузиться в этот рисунок, ощутить его полностью, что происходит с рисунком, да? То есть в каком состоянии находится этот человечек здесь на рисунке. Ну и давайте приступим к интерпретации. Ну да, мы же моделируем ситуацию. Да, считайте, будем считать, что я подросток, да? Да. Вот наш подросток Анета нарисовала рисунок человека под дождем. Такой человечек себе. Да. Корявенький, Господи помилуй. Ничего. Значит, смотрите, важно посмотреть, как изменилась экспозиция рисунка. Если мы возьмем ваш рисунок человека и человека под дождем. Вот, телезрители, да, вы обратите внимание, пожалуйста, видите, очень важно, как ребенок располагает рисунки. Ну, у меня практически и не изменилось ничего. Изменилось. Изменилось? Да, изменилось. Ну-ка вы, Оля, как... Что изменилось? Да. Ваш рисунок человека под дождем получается более направлен вверх. То есть, что это значит? Это значит, присутствует фантазийная защитная система организма. То есть, ваши защитные реакции психики организма, они переходят в область как бы фантастики. Дальше. Что можно сказать еще? Если рисунок человека под дождем смещается вправо или влево? Влево – это у нас значит зависимость от мамы и зависимость от прошлого. То есть, как ребенок будет справляться со своей ситуацией, это будет зависеть, вот он будет справляться с помощью родителей или без помощи родителей. Если рисунок смещается вправо, то это получается, что он больше зависит от отца или в будущее смотрит. Так это можно даже и просто, если вы хотите узнать, кому больше, от кого больше зависит ваш ребенок, друзья мои, пусть он нарисует рисунок. И вы посмотрите, справа папа, слева мама. Если рисунок нарисован в профиль или спиной, то есть это получается, что наш ребенок хочет уйти от трудной ситуации и такая вот самозащита, отрешиться от всего мира. То есть он уходит от жизненных ситуаций. Дальше, смотрите, очень важно обратить внимание, если дождь и как он прорисован. Редкие ли капли? Значит, наша тревожная ситуация, если взять, да, у нас здесь не очень густые капли дождя, да? Да, друзья мои, все будет хорошо, смотрите. То есть ваши жизненные какие-то неприятности, и это они мимолетны и сиюминутны. Если, конечно, капли дождя у нас такие, знаете, есть стеной дождь идет, да? Вот мы даже можем показать. Вот ваши воспитанники рисуют. Посмотрите, друзья, видите, вот ребенок нарисовал рисунок, и человек преодолевает этот дождь. Боже, он еще и в плаще. Да, человечек. Мы отдельно поговорим об одежде и об зонтике. То есть здесь получается, что его неприятности очень сильны, и он как бы старается защититься от них. Дальше смотрим. Если одежда, то есть это привлечение дополнительных средств своего организма или извне к противостоянию против каких-то трудных жизненных ситуаций. Что у нас символизирует зонтик? Зонтик у нас символизирует и мужское, и женское начало. Купол – это у нас женское начало, а сама ручка – это мужское начало.
То есть, как ребенок нарисовал этот зонтик, вдали от себя, над собой, как этот купол, вот, например, если очень большой такой, знаете, грибок-зонтик, да, такой очень-очень большой зонтик нарисован, то он надеется на то, и оно происходит в жизни, что все трудные ситуации, как бы, ребенка берет на себя мама. Угу. То есть и не дает возможность ребенку самому как-то решать, реализоваться да? В трудных каких-то жизненных ситуациях. Если, это как в том анекдоте, да, Сёма, иди домой, мама, я замёрз, нет, ты просто хочешь кушать. Если очень большая ручка нарисована, то это зависимость там, да, от папы это идет. Также нужно смотреть, есть ли лужи, грязь. Да. Смотрите, все не так просто. То есть здесь должны присутствовать, что остается после преодоления этих трудных жизненных ситуаций. А ребенка. Вот смотрите, Оля, трудная жизненная ситуация – это именно дождь, да? Да, да. Как он преодолел? Дождь символизирует трудную жизненную ситуацию. И тучи. Да, откуда берется этот дождь? Mm-hmm. Если нарисовано несколько облаков, да, то как бы, да, есть какие-то сложности, у нас жизнь не может быть прекрасна только. А если уже находятся какие-то тучи такие большие, да, или когда мы здесь рисовали простым карандашом, но можно дать и палитру цветов. То есть, но палитра должна быть обязательно, как бы, большая гамма цветов, цветных карандашей, потому что, чтобы ребенок мог использовать все, что он захочет. Да, не один-два карандаша, а то, что он захочет использовать. Хорошо, когда ребенок использует от 2 до 5 цветов. Ну и более можно использовать, да? Чем больше цветов, тем лучше, да? Да, конечно. Потому что если один цвет ребенок использует, и особенно если он темный, то это ребенок, значит, замкнут в себе, он находится сам в себе, и мы прекрасно знаем, что любые какие-то неприятности наши влияют на наш организм. Если мы будем держать в себе это, то получается, что мы как бы засоряем свой организм, и все болезни уходят как бы к нам, и они проявляются вот в болезнях, да, которые выходят потом. Та же простуда, та же аллергия, да. Ну вы что, простуда тоже может быть от плохого такого эмоционального состояния? Конечно. Если мы находимся в какой-то депрессии или в подавленном состоянии, да, например, вот как сейчас тяжело, да, там все такое, то наш организм, мозг дает сигнал у нашего организма, что все плохо, и наша иммунная система, получается, ослабевает, если это так утрированно говорить, да. И поэтому вот эти все вирусы падают на ослабленную иммунную систему, и вот получается мы заболеваем. Если да, даже если мы промочили ноги, или там у нас где-то мы чихнули, где-то заболели, да, мы знаем, что у нас есть правило какой-то личной безопасности, мы должны соблюдать это, мыть руки, да, промочили ноги, пришли, попарили ноги, выпили горячий чай, выпили там таблетку, то и в позитивном настрое мы как бы себя, да, ничего не случится, то действительно будет очень все хорошо. Это я проверила на своем опыте, потому что я работаю с детьми, и я прекрасно знаю, что, да, ребенок то кашляет, то чихает, то что-то еще происходит, да, очень много вирусов вокруг. И поэтому я всегда стараюсь настроиться на позитив. Вот были у нас морозы, было холодно, все-таки ездишь в маршрутках, там где-то замерз, там промерз, ага, понятно, горячий чай, раскраски. Очень много сейчас продается раскрасок антистресс, вот, или в интернете можно найти. Берешь цвета яркие, карандаши, краски, не имеют значения, фломастер, и разукрашиваешь. Чем больше ярких цветов, тем больше наш организм подпитывается, глазки-то наши видят, да? Мы воспринимаем эти яркие цвета, да, оранжевый, красный, там, желтый, зеленый, яркий, да, можно использовать темные цвета, не бывает, да, как где-то, но в основном, если мы используем яркие цвета, то есть наш организм получает положительные эмоции. Это очень важно. Это очень важно, Олечка. И еще можно сказать, присутствуют ли дополнительные детали. Да. На рисунке. Это может быть дом, радуга, гроза, да, деревья какие-то. То есть, если ребенок рисует это, то тогда он хочет для преодоления своих жизненных ситуаций использовать какие-то дополнительные ресурсы или помощь извне.
Оленька, вы знаете, очень часто бывает, когда родители заняты, ну, в основном это в 99,9%. И когда родителям некогда разговаривать с ребенком, но, как мы выясняем, дорогие телезрители, с детьми нужно разговаривать, это просто необходимо для нашего с вами спокойствия. Вот смотрите, мы нарисовали рисунок, нашли время, нарисовал ребенок рисунок. Мы понимаем, что у него сложная ситуация. В начале программы я сказала, что мы не только будем говорить о том, как узнать, находится ли ребенок в трудной ситуации, но как помочь ему выйти из нее. Вы правильно затронули тему, что вот мы очень мало разговариваем со своими детьми, особенно с подростками, да? Ученые доказали, что в среднем мы разговариваем с детьми это 12,5 минут в день. Как 12? Да, в среднем. В среднем. Причем 8,5 минут мы или ругаем, или спорим, или даем указания, а 4 минуты у нас уходит на какой-то душевный разговор. 4 минуты? Да, 4. Вот понаблюдайте за собой, сколько минут в день вы разговариваете со своим ребенком. Кто-то больше, кто-то меньше. Это средний результат. Особенно мы, когда сейчас заняты зарабатыванием денег, да, там какими-то своими житейскими трудными ситуациями, да, на детей у нас уходит все меньше и меньше времени, особенно когда ребенок взрослеет. Еще когда ребенок маленький, мы больше ему времени уделяем, а когда ребенок взрослеет, то мы ему все меньше уделяем времени. Поэтому что нужно вот сделать, да, выделить хотя бы 15 минут вечером поговорить с ребенком и задавать ему. Вот 4 вопроса, очень главных вопроса. Говорите. Телезрители, внимание, 4 главных вопроса, которые нужно задавать своим детям каждый вечер. Первый вопрос. Как прошел твой день? Как прошел твой день? Так, ну да, это элементарно. Сначала ребенок может быть отнекиваться. Ребенок может сказать нормально. Хорошо, нормально, плохо, хорошо, отстань. Это тоже может сказать ребенок. Но что мы говорим в ответ? Да, я понимаю, ты не настроен сейчас говорить, но ты знаешь, что это меня волнует. Вот мой день прошел-то так-то и так-то. В ответ рассказать, как прошел день. Да, и через какое-то время ребенок, даже самый-самый замкнутый ребенок начнет говорить. Да, не обязательно это будет душевная беседа на целый час. Он может действительно ограничиться 2-3 словами, да. Дальше спросить, как дела у твоих друзей? Как? Это второй вопрос. Как дела у твоих друзей? А у вас, друзья, как дела? То есть, если вы знаете своих друзей своего ребенка, то вы можете конкретно спросить. Но очень часто родители не знают друзей своего ребенка, да? И поэтому можно задавать какие-то наводящие вопросы. А что такое хороший друг? А если твой друг что-то сделал, как ты поступишь? Или ты что-то сделал, как бы ты поступил, да? Третий вопрос. Что хорошего произошло за сегодняшний день? Что хорошего произошло за сегодняшний день? Да. Если даже ничего хорошего не произошло, вот плохая дождливая погода, или там получил двойку по контрольно, там, или что-то еще, то мы вместе с ребенком берем и мечтаем, что можно сделать хорошего. Чтобы улучшить ситуацию. Да. Чтобы завтра этот день, следующий день прошел, может быть, немножко лучше. Конечно. Мы же прекрасно знаем, что наши мысли формируют наше сознание. То есть то, что происходит у нас вот сегодня, это как бы наши мысли, которые были вчера. А то, что будет происходить с нами завтра, это наши мысли, которые мы думаем вот сейчас, в данный момент. Интересно, как. Да. И четвертый вопрос. Чем я могу тебе помочь? Ой, это очень главный вопрос. Чем я могу тебе помочь? Чем мы можем вам помочь, телезрители? То есть, не обязательно брать все какие-то бытовые вопросы там, или учебные вопросы на себя, за ребенка, но в чем-то мелочи мы можем и должны помогать своим детям. Потому что если мы не будем этого делать, то и в какой-то критический, когда очень большая проблема будет у ребенка, он не будет к вам обращаться. А мы же хотим, чтобы в первую очередь ребенок обращался именно к нам за советом, да? Потому что мы знаем, потому что, как бы там ни было, мама и папа – это первые друзья своего ребенка.
Мы... Так должно быть, Юля, должно... не всегда так бывает. А почему? Потому что, да, мы взрослые, мы взяли на себя ответственность, когда появился у нас ребенок, и мы, да, мы обязаны нести эту ответственность, потому что мы приняли это решение, а мы, как знаем, за решение, за наши поступки мы должны отвечать. Ну, конечно. И когда мы разговариваем со своим ребенком, очень важно, чтобы наши глаза были напротив. Не чтобы на смотреть на ребенка сверху вниз, да? Или снизу вверх, или сверху вверх. Вниз, да. То есть наши глаза должны быть напротив. Что это подразумевает? То есть мы придерживаемся равенства. Если ребенок маленький, да, еще маленький, мы присаживаемся на коленки. То есть или садим ребенка на ручки. Если ребенок взрослый или он стоит, мы тоже встаем, чтобы мы были на одном уровне. То есть мы так даем понять ребенку, что он равноправен в данной ситуации. Угу. Здесь мы друзья. Да? То есть как разговаривают друзья? Или сидя, или там стоя, но всегда они разговаривают на одном уровне. Мы же прекрасно знаем, что дети практически одного, ну, одного роста. Кто меньше, кто больше, когда... Кто выше, кто меньше, да, кто ниже, там, это не имеет значения. И очень главное – телесные прикосновения. То есть ребенок должен почувствовать, особенно подросток, что он защищен. Защищен вами, мамой, папой, да, взять его руку к себе. Не обязательно там сюсюкать или что-то, просто погладить по руке, да, прижать его к себе, чтобы ребенок почувствовал эту свою защиту. Вот эти четыре главных вопроса, которые мы должны задавать каждый день, не лениться, каждый день своему ребенку. И только, да, это пройдет, может, месяц, может, два месяца, может, полгода, может, год. Но ребенок постепенно, даже самый замкнутый, начнет оттаивать и начнет разговаривать со своими родителями, с мамой и с папой. Оленька, очень часто бывает, когда ответственность за воспитание своего ребенка родители, ну, даже в силу жизненных ситуаций и обстоятельств переносят на школу. Вы как психолог, как практически психолог, который практикует, вы часто общаетесь с детьми самого разного возраста, вот, например, с подростками. Приходит подросток, и вы видите, что в семье он не находит понимания. Да, а вам нужна работа, и вам нужно вывести ребенка из этого состояния. Есть несколько способов. Да, я или приглашаю, конечно, чтобы пришли там мама или папа. Если ребенок категорически против, то, конечно, работаем только с ребенком. Это не один месяц работы. Если вот такая вот ситуация, если родители вообще не хотят принимать участие в воспитании своего ребенка, перекладывают ответственность на себя, здесь же должно быть вместе и школа, и родитель. Нельзя оставить только на школу, и нельзя оставить только на родителей, да, это момент воспитания. То есть работаем разными методиками, да, и сказкотерапия, и арт-терапия, и какие-то тренинговые такие упражнения, да, и на сплоченность какого-то, да, может, между семьей. То есть, когда ребенок начинает меняться, меняется и вокруг пространства его. Даже мы прекрасно знаем, мы меняемся сами, меняется вокруг. То есть, как бы там ни было, они видят, да, может, родители не хотят свою силу, своего какого-то эго признать то, что они не правы. Тогда мы как бы, да, но постепенно они видят, что ребенок меняется. Но еще самое главное, ребенок меняет свое отношение к родителям. Mm-hmm. Если оно было каким-то агрессивным, оно остается более мягким, оно остается понятливым ему, почему они так себя ведут. Да, и самое главное, что ребенок понимает, что происходит и почему происходит. Да, и почему происходит, конечно. Потому что если ребенок, ведь может наступить такая точка невозврата, когда подросток совершенно уходит в себя и отходит от родителей, и все, и родитель уже не может достучаться. Может, вдруг он спохватывается, а понимает, что уже поздно. Уже поздно, да. То есть такое может, да, наступить может такое, момент. И наступают такие моменты, конечно, когда дети не понимают своих родителей и не принимают своих родителей, и это длится долго, и когда они становятся взрослыми, да, они также не принимают своих детей, потому что у них была какая-то детская обида, нанесенная
его родителями, и он переносит эти обиды или на жену, или на мужа, или на окружающих, или на своих детей. Олечка, эфир пролетел совершенно незаметно. Спасибо вам большое. Друзья мои, я полагаю, что вы поняли, что самое главное – это общаться и с детьми, и друг с другом. Вот как мы сейчас с вами общаемся, для того, чтобы распространять позитивное энергетическое поле, которое поможет нам преодолевать трудности и нашим детям. А нам сегодня помогала практичный психолог средней школы номер 14 Ольга Алексеенко. Це була програма «Це вас хвилює». Не хвилюйтесь, розмовляйте один з одним. На все добре.